Сиротливый, бесхозный, полуразрушенный – именно так можно назвать памятный знак на площади Примирения в областном центре. Установленный когда-то дирекцией маргаринового завода, сейчас памятник буквально никому не принадлежит. Соответственно, следить за его состоянием тоже некому. В департаменте культуры нам ответили, что никакой культурной ценности сооружение не представляет. Максимум – эстетическую. Сохранение и восстановление памятника полностью в руках у ивановцев. Доброволец уже найден – Артемий Черкасов, автор бронзовой таксы в арт-сквере. Молодой человек готов летом взяться за инструменты и привести памятный знак в надлежащий вид. Теперь скульптор ищет тех, кто поддержит его идею. Много очень инициативных людей, много художников, которые с удовольствием бы, то есть, отреставрировали бы его, ну, в силу своих возможностей. Вот. И я вот, например, тоже как бы занимаюсь скульптурой, мне просто вот профессионально как бы, ну, обидно, жалко, наверное, что парень в таком состоянии.